Я же участников просьба вывести девушек на подиум. Григорий! Приветствую, приветствую участников. Итак, я еще раз напоминаю, перед вами Прилепина Лена, Коскарова Кристина, Жигалова Елена, Юсупова Рима, Яндова Лилия. Сейчас будет произведено сравнение в обязательных позах. Так как у мужчин сравнивается 7 обязательных поз, у женщин 5. Итак, пожалуйста, первое обязательное положение. Двойной бицепс сзади, девочки. Спасибо большое. Двойной бицепс спереди, пожалуйста. Я не случайно назвал первое обязательное положение сзади, чтобы вы смогли определить, развейте руку девушек спереди и сзади. Спасибо большое. Бицепс сбоку, пожалуйста. Посмотрите, какие они красивые стоят. Поглобайте их, пожалуйста. Спасибо большое. Трицепс сбоку. Не, покажите, надо. Спасибо, девушки. И последнее положение. Мышцы брюшного пресса и бедра. Спасибо большое. Итак, перед вами стоят девушки абсолютной категории. Записок от судей не поступило. Значит, судьям все ясно. Кто из них станет первой, кто шестой, кто пятый, кто четвертый. Итак, минута свободного позирования.